Соболиная девочка Цирилла очень кругленькая и ладненькая малышка. Она всегда очень нежно и трогательно подходит и заглядывает в глаза, чтобы пообщаться или просто попроситься на ручки. Ее кукольная мордочка никого не оставляет без улыбки. А еще она очень рассудительная и послушная. Если мама сказала, что нельзя трогать шторы, Цирилла внимательно посмотрит на маму и на шторы и пойдет заниматься другими, более важными и интересными делами.